На Петровке 38 в исполнении оркестра московской полиции звучит гимн Баварии. Иностранных гостей встречает начальник главка Олег Баранов. Отлично сыграли. Руководитель главка провел экскурсию для зарубежных коллег. Гостям показали техническое оснащение, экипировку и вооружение московских стражей порядка. Олег Баранов рассказал, каким оборудованием пользуются саперы и какие возможности есть у мобильной криминалистической мини-лаборатории. Здесь сотрудники экспертно-криминалистического центра прямо на месте дорожных транспортных происшествий, любых других при осмотре места происшествия, используют также все оборудование, и часть экспертиз могут производить прямо на месте. Особенно баварскую делегацию заинтересовали беспилотные летательные аппараты. К примеру, этот может видеть местность на расстоянии до 5 километров. То есть они не парят в воздухе, они могут и должны лететь? Гостям показали ситуационный центр. Отсюда полицейские видят весь город в режиме реального времени. В Москве работает почти 200 тысяч камер видеонаблюдения. Из них больше половины оснащены функцией распознавания лиц. О том, как система «Безопасный город» помогает раскрывать преступления, иностранным коллегам продемонстрировали на конкретном примере. В январе на юго-западе Москвы вооруженный ножом мужчина напал на прохожего. Благодаря камерам наблюдения преступника вычислили и задержали, что называется, по горячим следам. После экскурсии состоялось совещание, на котором Олег Баранов отметил, что московские и баварские полицейские уже на протяжении нескольких лет эффективно обмениваются опытом в разных сферах деятельности. Для нас особенно важно поддерживать дальнейшие отношения в рамках реализации совместного заявления о полицейском сотрудничестве между Главным управлением Министерства внутренних дел по городу Москве и Министерство внутренних дел Федеральной земли Вольное государство Бавария. Для меня очень большая честь встретиться с вами и обсудить насущные наши проблемы. На встрече обсудили важные вопросы сотрудничества, такие как обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, борьба с организованной и киберпреступностью. Часто преступники не придерживаются государственных границ. Их ареал деятельности носит международный характер и охватывает весь спектр преступлений. Поэтому для нас важно, чтобы правоохранительные органы наших стран работали более тесно для повышения уровня безопасности и благополучия наших граждан. Руководитель баварской делегации отметил, что отношения между ведомствами развиваются быстро и динамично, и поблагодарил коллег за возможность встретиться. Денис Бушуев, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.